В Магадане продолжается ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего запланирована реконструкция 4 объектов. Качество проводимых работ на участках по Колымскому шоссе и улице Парковой проверили специалисты Минтранса совместно с представителями Межрегиональной дирекции по дорожному строительству «Дальний Восток». По Колымскому шоссе из ключевых можно отметить это устройство сопряжения устроенного выравнивающего слоя с текущим асфальтобетонным покрытием в районе моста через реку Магаданку. Я думаю, что автомобилисты обратили уже на него внимание, и следует отметить также, что отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие автомобилистов о препятствии дорожном. Все зависит от вида недочетов. Те, которые значительно влияют на аварийность, то, о чем мы уже сказали, а там сроки будут жесткие, я думаю, что 2-3 дня – это максимум. На подобные проверки эксперты выезжают раз в 2 недели. Это время подрядчикам отведено на устранение недочетов и корректировку дополнительных объемов работ. А они действительно масштабные. Только на ремонт Колымского шоссе предусмотрено более 80 миллионов рублей. На эти средства запланированы полная замена дорожной одежды, установка бордюров, а также обновление наружного освещения и оборудование по программе «Доступная среда». На Колымском шоссе и на улице Парковой, естественно, все примыкания пешеходных дорожек будут оборудованы пандусами. Либо они будут каменные, либо это будет асфальтовые, но в любом случае доступные для людей с ограниченными возможностями. Да. Завершить работы подрядной организации должны до 31 октября текущего года. Между тем, по словам специалистов, благоприятная погода, устоявшаяся в Магадане, позволяет ускорить темпы и сдать объекты раньше срока.